как же тогда ты себя успокаиваешь, утешаешь, если вдруг ты оказалась не в числе первых? Я считаю, что это не такая большая трагедия. По крайней мере, я знаю то, что я вложила все силы, то, что я пробовала, старалась. И если не получилось в этот раз, обязательно получится в следующий. Меня проигрыш, он не остановит. Почему решила вообще принять участие в конкурсе, да, и вот как ты настраиваешь себя на победу, какие усилия прикладываешь? Ну, вообще, я вот с детского сада очень люблю выступать на сцене. И у меня вот это вот, наверное, главная цель участия в конкурсе – проявить себя с новой стороны, показать себя. Потому что многие люди даже не знают, какая я на самом деле. Ну, вот именно поэтому я решила поучаствовать. Почему именно ты должна стать мисс «Золотая осень» 2014? Ну, я считаю то, что я очень общительная, приветливая, я не стесняюсь сцены, я люблю выступать, я считаю то, что я вполне талантливая, я могу удивить, могу привлечь к себе внимание. Я надеюсь, у меня получится.